Я не знаю, я сейчас никуда не хожу. Все закрыто. Наверное, думаю, больше надо спортзалов, площадок спортивных. Так что, чтобы молодежь занималась, была занятая. На бокс бы с удовольствием пошел бы, на теннис этот, настольный. От 1 до 5 насколько оцениваете спортивную сферу Волгодонска? На троечку где-то, наверное. Вроде бы всего хватает. Для девочек балетной школы, мне кажется, побольше вот не хватает. Ясно. Хорошо, от 1 до 5 насколько оцениваете спортивную составляющую города? Ну, на 7. От 1 до 5? На 4. Ну, у нас в спорте очень много достижений в разных видах. Есть ватерполисты, они очень хорошо справляются со своей деятельностью. Есть пловцы, тоже очень хорошо справляются. Есть футболисты, волейболисты. Очень много прорывов в некоторых сферах. Я считаю, 2022 год в спорте удался. Хорошо, от 1 до 5 насколько вы оцениваете? 5. Я считаю 5. Хорошо, вы как считаете? Ну, это точно, даже я поддерживаю. Тоже на пятерочку? Только на пятерочку, конечно. В целом положительно, конечно. У нас внучка спортсменка, ездила на соревнования, занимала хорошие места. От 1 до 5 насколько оцениваете спортивную составляющую города? От 1 до скольки? До 5. До 5? 4. А, побольше соревнований проводить. Вот. Особенно по волейболу там. Да. Да. Хорошо, от 1 до 5 насколько оцениваете? 3-4.